Анапа сменила цветочный наряд на въездных клумбах. К сожалению, как я слышал, в этом году местные ЖКХ, местные Зеленстрой проиграли, или не стали они выигрывать нищенские подряды на содержание клумб. И вот клумба мне очень нравилась, какая была в Чумбурке. Она вообще не засажена, травой заросла, ее будут только косить. Но вот здесь краснодарские дорожники уже несколько лет ухаживают. Ну, скажем, без такого мастерства, как наш Зеленстрой, но все равно. Тюльпаны отцвели, попадали. Петунии посадили. Шелковица. Тютина. Каштаны, конечно, удивительные цветы. Я первый раз увидел их в Киеве. Это было 17 мая. И почему-то у меня до сих пор в голове вот так вот и есть. Каштаны цветут 17 мая. Но нынче они цветут гораздо раньше. Вот это самое удивительное, наверное, что я встретил на Кубани, белая акация. Я только читал в книжках, да в кино видел. Думал, что за белая акация? У нас какая-то желтенькая, белая. Пахнет она, конечно, изумительно. Ну, старые анапчане мне говорят, что раньше весь город был в акациях. И моряки, возвращаясь с моря, чуяли, когда ветер приносит запах акации. О, дом скоро.